Всем привет, дорогие друзья! 4 апреля Большой театр показывает онлайн-запись балета «Марка Спада». И у вас есть уникальная возможность станцевать фрагмент небольшой вариации Пипинелли из балета «Марка Спада» вместе со мной и во время трансляции. Сейчас я вам покажу, что мы будем танцевать. Поехали! Вот такую незатейливую часть из вариации Пипинелли вы можете станцевать вместе со мной 4 апреля. Что для этого нужно? Чуть-чуть координации и запомнить движение. Вот и все. Готовы? Поехали. Расскажу сначала, что этот кусочек вариации происходит в первом действии балета «Марка Спада» и в самом начале появления генерала драгунов Пипинелли. Для того, чтобы в конце мы с вами сделаем практически целиком. Итак, это вторая часть. Мы ставим с вами, в шестую позицию. Ничего сложного. И дальше мы с вами делаем глиссад или такую перепрыжечку. Затем ногу сзади переводим вперед и взгляд в сторону. Дальше мы делаем еще раз такой прыжок. И здесь вы можете, вообще антершасис, это три заноски. Но вы можете просто подпрыгнуть. И еще раз. Глиссад. Подняли. Глиссад. Прыгнули. И дальше чуть-чуть будет тяжело. Мы делаем с вами выпад. Подбивка. Пятая. Выпад. Подбивка. Пятая. Выпад. Подбивка. Пятая. И можете один пируэт такой вот сделать. Ничего сложного. И это делаем с вами два раза. Глиссад. Переведи. Глиссад, прыжок. Глиссад, перевели. Глиссад, прыжок. И делаем с вами все четко, как солдат. Оп, закончили. Все ясно. Еще раз. Стоим с вами в шестой позиции. Делаем прыжок. Поднимаем ногу на пассе, опускаем. Делаем прыжок. Можно просто прыгнуть. Делаем опять прыжочек. Поднимаем ногу на пассе. Делаем прыжочек. Просто прыгаем. Дальше у нас выпад. Подбили. Пятый. Выпад. Баляне. Пятый. Выпад. Баляне. Пятый. Хоп. И потом смотрите на экран. Смотрите, как я дальше продолжаю танцевать. Фу. А теперь для полной картины, как мы должны с вами это сделать. Мотаем на начало вариации. И записываем. Я на самом деле вам завидую, всем тем, кто любит Большой театр, и все то, что происходит сейчас, и какие спектакли показаны для вас. Поэтому вы счастливчики. Так что dance with Большой и участвуй в Большой челлендж. И вот выходит Пипинелли. Начинает действовать, танцевать. Thank you.
Вот так вот вы станцевали часть вариации вместе со мной в спектакле Марка Спада. Поздравляю вас, дай 5. Не болейте, оставайтесь дома. Берегите своих близких, берегите себя. Пишите хэштег Dance with Bolshoi, Bolshoi Challenge, репост, share. See you soon.